Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас очередной расклад из цикла раскладов по вашим идеям. Данную идею предложила зритель с ником Кристина. Кристина. У девушки другое имя, но я всегда просто из уважения к конфиденциальности данных называю людей именно под тем ником, который они пишут. Если вам будет, скажем так, нормально, если я буду ваши идеи под вашим настоящим именем называть, вы можете об этом мне написать. Если нет, я буду просто дальше говорить именно через ник. И мы сегодня будем выяснять, каким образом победить вражину или победить ту ситуацию, которая сложилась, и вообще оценить, насколько враг силен, насколько действительно нужно приложить большое количество сил и серьезность этого противника. То есть очень часто, когда мы недооцениваем противника, мы можем за это поплатиться достаточно потом неприятными какими-то последствиями. И естественно, если мы вступаем в какое-то единоборство, будь то магическое или бытовое, нужно всегда понимать, с кем вы имеете дело, потому что бывает так, что вроде бы человек из себя строит какого-то такого мощного, да, агрессивного, а стоит на него цыкнуть буквально чуть-чуть, да, буквально сказать какие-то пару слов, и он быстренько в этот же момент как-то сдувается. А бывает такое, что вроде бы и человек не производит впечатления какого-то очень сильного, какого-то очень ресурсного товарища, а вдруг оказывается, что далеко не так просто и далеко не так просто с этим человеком справиться. Такое тоже бывает, такое бывает достаточно часто, поэтому как недооценить, так и переоценить противника, это всегда не очень правильно. Потому что если мы противника переоцениваем, то мы можем попытаться не ввязаться в ту драку, в которой мы могли бы, в принципе, победить. Поэтому вот здесь такая ситуация, когда интересно, каким образом победить оппонента, врага, противника и так далее. Каким образом вам себя вести, какие перспективы будут этого мероприятия. Все это сегодня рассмотрим. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад по своей ситуации, в пункте 3 прикрепленного комментария ссылка на видео, в котором очень подробно и с уважением к вам описывается, как именно человек может получить консультацию, что для этого человеку надо делать. Меня удивляют, честно говоря, люди, которые смотрят видеоролики, смотрят то, что я говорю по поводу того, как мне написать, а потом радостно задают вопрос под роликом, а как мне с вами связаться? Ну вот послушать видео, в котором с уважением очень подробно все рассказывается, так и связаться. У нас сегодня 4 позиции, я думаю, что вы это заметили сами уже. Первая, вторая, третья, четвертая. Сегодня потрясающие колоды. На все эти колоды есть обзоры. В пункте 5 прикрепленного комментария ссылка на плейлист, в котором, соответственно, будет обзор на любую из этих колод. Это и черная на золотом, это и таро с старого пергамента, и инверсионная, и Luminous Spirit, все это у нас здесь присутствует сегодня. И сегодня мы начнем с позиции номер 4. Остальные пока что мы уберем карты для того, чтобы просто они нам пока что не мешали в нашем нелегком деле. И посмотрим, как победить противника и насколько вообще серьезен этот противник, которого вы загадали на данную колоду. Я даже подозреваю, кто у нас эту колоду загадал, кто ее ждал давно и кто получает удовольствие от того, что эта колода участвует в раскладах. Давайте посмотрим степень серьезности оппонента. Смотрите, в целом здесь ложится такая карта, которая говорит о том, что в принципе оппонент не так серьезен, как он хочет показаться на первый взгляд. И здесь вы можете увидеть, что за какой-то такой волчьей шкурой, да, скрывается вполне себе невинное, не то чтобы невинное, может быть просто инфантильное достаточно существо, которое больше кричит, которое больше ноет и которое больше наводит какого-то такого ажиотажа вокруг себя. Поэтому здесь сказать, что вы давно знаете степень серьезности вот этого товарища, причем, знаете, может какими-то детскими способами защищаться. Вот бывают люди, которых тронешь, а визга столько начинается, что просто буквально верещит так, что думаешь, ой, господи, да уже заткнись ты только, не буду я тебя трогать, да? Вот здесь человек может таким же образом, в принципе, действовать и по отношению к вам на сегодняшний день.
Опять же, я хочу сказать, что если вы, например, загадывали какого-то очень серьезного практика, то вы его в общих раскладах никогда не просмотрите, например. То есть, если у вас идет магическая война, например, и вы загадываете какого-то там прям оппонента, какого-нибудь мага, какую-нибудь там ведьму и так далее, вы ее, конечно, не просмотрите. Но если вы говорите о таких вот обычных людях, которые... в хорошем смысле этого слова, обычных людях, которые подвержены просмотрам, естественно, в общем раскладе это сделать можно, если интуиция работает, то здесь мы видим такую торопыгу, которая ее еще не тронули, а она уже будет верещать, и это будет что-то типа того, что «Ой, люди добрые, посмотрите, что ж деется-то». Вот такие вот моменты могут быть. Ух ты, сегодня почему-то колода решила оставлять на себе мои пальчики. Давайте посмотрим. То есть здесь степень такой вот серьезности нет. Человек не настолько серьезен, но смотрите, это тот человек, за которого может наказывать судьба. То есть если вы будете действовать несправедливо по отношению к этому человеку, вам может прилетать просто от судьбы. Это как вот, знаете, допустим, вы замахнулись на щенка, он начал пищать, визжать и верещать, а вы его взяли и пнули все-таки в конце концов. И не удивляйтесь, если вы пойдете дальше, а вам кирпич на голову упадет, именно потому, что вы очень четко с этим человеком должны соизмерять, насколько большая степень его вины и насколько вы можете наказать. По сути, человек слабее, чем вы. И эмоционально, морально, может быть, даже финансово менее успешен, чем вы. Но если вы несправедливо обидите его или ее, то в таком случае может прилететь, причем это будет, скорее всего, не магическое воздействие, а просто вот такая, знаете, как говорится, практически мгновенная карма. Как вам себя вести с этим человеком? Ну, во-первых, вы должны вести себя в первую очередь с чувством собственного достоинства. Я вот не удивлюсь, если здесь вы загадывали людей, которые относятся к водяной стихии. Вода, воздух, ну, скорее вода здесь все-таки получается. Если вы с человеком будете разговаривать подчеркнуто с уважением, то есть даже если человек младше вас, и вы можете видеть, что это даже такой вот какой-то нагловатый подросток, вплоть до того, что... Но вы обратитесь на «вы». Вы поговорите очень достойно, то есть без срыва на вот эти вот эмоции, на какую-то жуть и трэш, да, то тогда ситуация может сдвинуться с мертвой точки, и более того, вы должны давать направление человеку, куда надо двигаться. И здесь вы можете разговаривать и честно говорить о том, что вас беспокоит. Вы можете сказать о том, что... Ты знаешь, там, дорогой или дорогая, я вот читаю там то-то, то-то и то-то, что вот так вот бы было справедливо все-таки действовать. И человек, кстати, вполне может на это откликнуться. Человеку главное вот какая-то иллюзия того, что все происходит по справедливости, все происходит правильно, все честно абсолютно. И вот если на честность давить, продавливать здесь, то может быть своя... эффективность у этой позиции. Перспективы на ближайшие пару месяцев. Ну, может быть, эмоциональный взрыв. Такой вот. И на эмоциях вы можете заставить человека сделать то, что вы хотите. То есть у вас силы есть. И даже если вы будете делать какие-то ритуалы, например, в адрес этого человека, они тоже будут получаться. Если вы будете вести себя, то есть говорить, действовать вот так в бытовом ключе, в том числе, как было сказано уже в этом раскладе, то это тоже будет иметь свои... Буквально у вас даже, да, вот до срок, до пары месяцев очень четко здесь все отыгрывается. Вы можете действительно победить, если будете использовать вот эту стратегию. Ну, конечно, давайте в этом случае обязательно предостережение и совет. Вот смотрите, старайтесь не привлекать каких-то третьих лиц, которые бы выступали, да, вот как старшие от вашего лица, которые бы пытались разобраться, как-то выяснить эту ситуацию. Вообще не надо. И не занимайте позицию учителя. То есть не старайтесь человека в данном случае подавить своим опытом, подавить какими-то словами, которые могут как наставляющие, поучающие звучать. Но карты говорят о том, что если вы хотите победить, то в целом затевать, если какое-то затишье случилось, затевать все действия сейчас можно и нужно вам. Хотели делать магию, делайте, даже если не слишком хорошая штука, да, с помощью третьих лиц, скорее всего, вы будете это делать. Но не удивляйтесь, если здесь вмешаются старшие с его стороны. То есть, что здесь может либо попасть что-то на его семью,
Либо вы можете, если есть адекватные люди, которые в его семье присутствуют, в семье этого человека, вы можете поговорить с ними. Если это ваш собственный ребенок, то начните с себя. И подумайте, о чем бы вы переживали на месте вот этого человека, особенно если у ребенка есть проблемы по здоровью. Причем ваш ребенок может быть и 30, и 40-летним, всегда дети для нас, наши дети. Можете начинать действовать где-то в течение ближайших 3-5 дней. И если вы будете соблюдать вот эту вышеозвученную стратегию, то очень достаточно такой большой... Большая, вернее, вероятность того, что вы сможете здесь сделать так, как вы хотели. И ситуация может выйти именно туда, куда вы ожидали, что она выйдет. Для тех, кто выбрал позицию номер... А давайте позицию номер 3, по-моему, она у нас была. Она вторая по порядку открытия будет. Давайте посмотрим, что в этом случае, насколько серьезен ваш оппонент, насколько серьезен ваш противник. Ну, вы знаете, в принципе, может быть, здесь два варианта. Либо вы примерно в одинаковых весовых категориях, либо вы даже как-то вот преуспеваете, и вы можете подавить этого человека. Плюс ко всему, здесь у этого человека, которого вы загадали, есть определенная особенность. Человек ленивый, человек... Такого, знаете, который не побежит сразу что-то делать, не будет как-то действовать очень активно. Либо у человека вообще фаза сейчас такая жизненная, что ничего не хочется, хочется полежать в потолок, поплевать, ничего не делать. Такое тоже может быть. И, скорее всего, человек сейчас пребывает вот в какой-то тишине, человек не хочет делать ничего. То есть сейчас вы либо примерно в равной ситуации по силе, либо у вас есть преимущество, исходя из того, что мы видим, что человек не склонен к какой-то активной очень деятельности, возможно, потому что у него в жизни есть свои какие-то неприятности, которые сейчас этот человек пытается преодолеть. Собственно, последствия этих его шагов вы здесь и можете видеть. Давайте смотреть далее. Как вам таким образом себя вести с человеком, да, при его таком настрое? Ну, вы знаете, здесь, в принципе, показывать вам сейчас свою силу не надо, потому что вы можете какие-то вещи из этой ситуации не совсем правильно воспринимать, вы можете ошибаться в некоторых вещах здесь, и карты рекомендуют как-то переоценить то, что происходит, собрать еще какую-то необходимую информацию. Плюс ко всему, здесь можно либо к человеку обратиться за помощью, либо предложить ему какую-то помощь в его ситуации для того, чтобы завязался какой-то разговор. И вы можете, допустим, сказать: помнишь, я тебе вот обещала тогда-то, тогда-то, тогда-то что-то, вот я сейчас могу сделать. И посмотрите, как отреагирует человек, тогда и вам будет легче делать какие-то более актуальные на сегодняшний момент выводы. Это очень значимо, очень важно. В целом, тот человек, с которым в ближайшие месяца 4 можно попробовать договориться, но вы всегда должны держать какой-то козырь в рукаве, потому что человек вряд ли будет очень серьезно как-то меняться. То есть вы должны понимать, что у вас есть какое-то преимущество, при наличии которого вы пытаетесь договариваться. Если у человека кто-то умрет в ближайшем будущем, вот в ближайшие несколько месяцев, то помогите, дайте денег как-то, вот, да, проявите милосердие. Если вы узнаете о каких-то больших неприятностях со стороны, вот не то чтобы со стороны, а у этого человека что-то происходит плохое, если есть у вас желание помочь, то помогайте. Тогда это может быть воспринято, да, вот как какой-то повод к налаживанию отношений дальше. Либо к тому, что человек просто отступит потом, он скажет: все, я вижу, что этот человек мне, допустим, не враг и не хочет войны, и потихоньку отступит. Вот такие мысли и моменты могут быть. Но карты не советуют как-то очень резко, очень жестко конфликтовать и воевать. Здесь больше о чем-то более человеческом, более мягком, более наивном, может быть, даже каком-то. То есть вот такие вот вещи, больше о чувствах, чем о каких-то необходимостях, да? Чем о голове. Перспектива на ближайший месяц-два. Ну, вы знаете, если вы загадывали кого-то, там, работодателя или сотрудника, вот кого-то, с кем вы связаны по какому-то делу,
то удастся договориться, скорее всего, это все будет в рамках закона и в рамках требований, которые предъявляются на предприятиях. А если речь идет о личных каких-то вот моментах, то тогда здесь карты говорят о том, что в ближайший месяц-два вообще может любое ваше действие, действие этого человека, любая манипуляция привести к тому, что если вы в официальных отношениях состоите, то эти отношения распадутся. А если наоборот нет отношений, то человек может вернуться и попытаться начать с вами сначала. В любом случае, здесь динамика этой ситуации хорошая. Она может на каком-то этапе вас расстроить, но динамика в ближайший месяц-два здесь будет. То есть здесь какой-то тишины, да, и абсолютного бездействия, наверное, ожидать не стоит. Вам давайте предостережение и совет. Не решайте пока что ничего в том, что касается недвижимости и родственников. Вот это пока не надо. Прошлое, все то, что было, все документы, которые могли быть оформлены или не оформлены по какой-то причине, все это пока что отложите в дальний ящик, в дальний угол, пока что это не нужно вам. И если говорить о том, что карты советуют пока, вот знаете, пока человек спокоен, и не вступать с ним в какой-то конфликт, не трогать его, то есть дать ему вот как-то отгородиться от него и минимизировать, вот как-то перерыв сделайте. Хотите пообижаться, пообижайтесь наедине с собой. Найдите правду в этой ситуации. Вообще желательно заблокировать. То есть, если он общается с некой дамой кубков, эта дама не вы, такая, вы знаете, капризная, эмоциональная мадама, если она знака воздуха или воды, то лучше вам вообще, да, если она вам пытается при этом что-то писать, лучше ее как будто бы вот так отрезать, да, заблокировать. И этого человека, пока она вмешивается в то, что происходит между вами, тоже заблокировать или просто свести к минимуму все ваше общение, которое только может быть между вами. Вот такая позиция получается. Так, давайте посмотрим для тех, кто выбрал позицию номер... Давайте позицию номер один. Главное так положить, чтобы потом нельзя было взять карты и начать на них делать расклад. Так спрятать, чтобы самому не найти, как говорится. Давайте посмотрим, насколько серьезен вообще оппонент для вас. Ну, вы знаете, здесь человек такой достаточно энергетически ресурсный. И тот человек, который и сам обидчив, и имеет талант обидеть так, что мало не покажется. Но пока что вот у человека, да, тоже желание сделать все правильно. Скорее всего, это не тот человек, который сейчас настроен на подлости. И даже если человек в принципе, да, как вы уже видели, исходя из своего опыта общения с этим лицом, даже если вы можете сказать, ну да, не склонен к подлости, я-то знаю, как он может себя вести, сейчас не то настроение. Сейчас у человека есть возможность и настроение на активность, но на какую-то подлость как будто бы сил нет, потому что силы забирают другие вещи у него сейчас, и он боится. Сейчас почему-то такая атмосфера, когда человек боится, что ему прилетит за ту подлость, которую он может совершить. Более того, есть третье лицо рядом, которое ему об этом говорит. Но для запала, для того, чтобы чиркнуть так разочек, в принципе, у человека есть жесткая такая энергия. Единственное, может мешать либо переезд, на даче может быть человек, или в отъезде где-то, занимается какими-то другими делами. Но по возвращении своему, то человек может выдать джазу. То есть, в принципе, противник либо равноценный вам энергетически по силам жизненным, и вообще такой настроенный, да, внезапно поскандалить, внезапно свои какие-то позиции защитить. Вполне себе такие вот жесткие здесь есть моменты. Как вам себя вести? Ох, ну если вы с человеком связаны по работе, то здесь такая ситуация, когда пришло, наверное, все-таки время конфликтовать и защищать вам свои интересы. Более того, если есть какие-то правила общения, обращения, каких-то коммуникаций на работе, какой-то регламент, надо взять этот регламент, распечатать его на бумажке и надавать по морде этим регламентом. Потому что если человек нарушает какие-то правила, ему вот здесь вот
Надо очень жестко показать, что есть те дела, в которых просто капризы или просто какое-то желание добиться победы, оно неправильное. Что есть те моменты, есть те дела, когда нужно поподнять задницу от дивана, включить голову и сделать так, как надо. То есть вы это до человека можете донести, но скорее всего это будет очень жесткое такое эмоциональное столкновение, когда вам придется человеку приводить какие-то факты, какие-то документы ему, может даже в лицо бросать. То есть вот такие вот здесь вещи, когда вы реально это можете сделать, но знаете как, не договаривайтесь, не надо так, что ты знаешь, Юрочка, давай с тобой через пару дней поговорим. Не давайте человеку опомниться, не давайте человеку подготовиться. А как только вернется, если человек в отъезде, если не в отъезде, то в течение где-то ближайших полутора недель вы можете это сделать. А, но прежде чем что-то делать, дайте себе время покоя, то есть хотя бы недельку постарайтесь не общаться или по минимуму общаться. И когда все ваши сомнения пропадут, тогда вот выходите уже на открытый конфликт. Если это магия, то это возвраты, это конфликт, это, скажем так, те моменты, которые связаны, как нынче модно говорить, боевая магия, хотя нет никакой боевой магии, есть магия, она едина. И любой ритуал может стать боевым. Ну, в целом, здесь такая ситуация, исходя из того, что видно, что вам нужно выждать удобные моменты, когда вы увидите, что некая ситуация повторяется, достать из закромов все свои вот, да, моменты, которые вы хотели осветить этому человеку, и надавать жестко. Если это магия, то это возвраты, это откаты. Я очень не люблю слово «обратка», оно неуважительно и как-то по-плебейски звучит в данном случае, поэтому я его не использую. Кто использует, конечно, личное дело каждого. Но здесь такая ситуация, вот смотрите, карты говорят о том, что вы начнете, скорее всего, здесь разговор на эмоциях, начнете атаку вот эту на эмоциях. Но прежде чем это сделать, дайте себе период, в который вы отдохнете, в который вы сможете набраться силы, вы будете понимать, что да, вот этот момент как раз-таки тот для того, чтобы ввязаться в тяжелую работу. Но вы должны понимать, что если вы включитесь в этот конфликт, то вам придется отказаться от каких-то других плюшек. И вам придется на это потратить достаточно большое время. Это унесет достаточно много сил, потому что у вас примерно равные энергетические позиции. То есть вы, ну, может быть, вы немного сильнее. Да, может быть. Давайте посмотрим на месяц. Ох, не торопитесь, вот не торопитесь, потому что если вы поторопитесь, то все ваши действия могут захлебнуться. То есть, если вы документально, фактами какими-то не подготовитесь, то вам же и прилетит. То есть, здесь очень жестко, вплоть до каких-то проверок, которые касаются уже законодательного аспекта, может быть. Поэтому будьте очень осторожны, аккуратны. Давайте вам предостережение и совет. Вот здесь та ситуация, когда вы должны понимать, что, скорее всего, вам в решении вашем особо никто и не поможет, исходя из того, что есть. И пока что не ввязывайтесь в судебные дела, в какие-то доказательства, да, вот какую-то базу доказательную не выискивайте здесь. И пока что юридически не старайтесь решить эту ситуацию, потому что ваша позиция, если вопрос юридического характера, она будет достаточно слаба. При этом не пытайтесь этому человеку помочь реабилитироваться абсолютно. И карты говорят о том, что если вы готовы здесь к какому-то решению, да, вот к тому, чтобы побеждать противника, то вы должны понимать, что эта ситуация реально может затянуться. И вы должны понимать, что вы готовы сюда вложить, в том числе и финансово, и по времени, и энергетически. Подумайте, сколько вы можете сюда отдать, сколько вы можете сюда вложить. Если вы вложить не можете, то пока что в срок до месяца полутора не начинайте. Вы должны понимать, что если уж вы пошли в этом направлении, то это значит, что вы очень хорошо подготовились. Вот такие вот здесь яркие, интересные моменты у нас проскочили. Ну, конечно, позиция первая, второе, третье, компот. Позиция КЭП, очевидность. Это вторая позиция по порядку выкладки. Ух ты,
выпадает. Друзья, сразу хочу сказать, что когда вы после расклада начинаете спрашивать, а какая вторая была колода или третья, я уже не помню, какие в раскладе были вторые, какие были третьи колоды, какие поднимала я когда. Поэтому заходим в плейлисты обзор колод и там сможете все увидеть. Давайте посмотрим, насколько враг активен, насколько он... Вы знаете, здесь вот какие-то равноценные достаточно позиции. Карты говорят о том, что у вашего противника, у вашего врага, даже если вы этого не ожидаете, может быть финансово какая-то такая вот, знаете, подушка безопасности, с которой, скорее всего, вы не справитесь. То есть, если речь идет о том, что вы будете тягаться в финансовом смысле с этим человеком, то есть кто-то юристов нанимает хороших, кто-то еще лучше, кто-то... идет в другом направлении, кто-то вкладывает деньги, да, вот как конкуренты, например, если вы выходите, или там девушки две, одна вкладывает в себя, там, а я себе грудь сделаю, а я себе губы накачаю и так далее, то здесь, к сожалению, вы, скорее всего, не сможете тягаться финансово, финансово вряд ли. А там позиции у вас достаточно... активный. То есть вы, вот опять же, практически равновесный. И вы можете сказать, а что у нас сегодня весь расклад и практически везде, по крайней мере в трех позициях из четырех, карты говорят о какой-то равновесности, о том, что враг в принципе не то чтобы достоин вас, но ресурсы врага приблизительно равны вашим ресурсам, или вы и он можете в разные периоды времени друг с другом тягаться. Я вам скажу так, что обычно если один гораздо сильнее другого, то никак такая война долго не затягивается, не магическая, потому что человек либо вплоть до смерти просто уходит из этого мира, либо он абсолютно разбит, либо здесь такая может быть ситуация, когда люди в быту даже сталкиваясь, понимают, что не-не-не, этого мне победить не удастся, и просто заканчивается конфликт на этом. А если продолжается какой-то длительный конфликт, если этот враг существует с вами долго, если этот враг, будем так говорить, воюет давно с вами, то это говорит как раз-таки именно о том, что вот в том, что происходит, силы примерно равны, есть какой-то перевес в незначительных моментах. И вот эти моменты, они могут перевешивать то в вашу пользу, то в пользу этого человека, поэтому и затягивается. Поэтому здесь вот такие карты ложатся, которые говорят о том, что у вас есть свои преимущества, у врага есть свои. И если это борьба честная и дело правое, то надо искать ответы в прошлом, которое уже прошло вот в какой-то основе этого конфликта, который зародился. И здесь карты скорее говорят о том, что на чьей стороне правда, тот и будет в этом случае выигрывать вот в этой ситуации, которая создалась, которую вы загадали. Давайте посмотрим, как вам себя вести, как разговаривать, какие эмоции испытывать и какие совершать действия. Ну, вы знаете, здесь такая карта ложится интересная, причем карты даже разноречивые, которые могут давать ощущение парадоксальности этого расклада. С одной стороны, карты говорят о том, что вы можете разговаривать, вы можете требования какие-то свои предъявлять, только если это предусмотрено договоренностями какими-то, только если это правильно, если это верно. Вообще у вас должна быть такая позиция, когда вы разговариваете, что вы настолько как будто бы непогрешимы, как жена Цезаря. И вот эту непогрешимость вы как раз таки и должны использовать достаточно активно. То есть говорите о том, в чем вы правы, говорите о том, в чем вы понимаете, в том, что вы разбираетесь. И карты говорят о том, что особенно если были какие-то кредитные проблемы между вами в этой ситуации, то в данном случае вам стоит, может быть, даже дать какую-то ложную информацию этому человеку. Но в целом карты говорят о том, что все свои страсти, все свои эмоции, которые могут кипеть, которые могут бурлить, вы должны, даже если вам больно, пока что подавлять для того, чтобы у человека... сложилось чуть-чуть неверное такое впечатление о том, что с вами происходит. То есть, если есть какие-то жесткие эмоции, очень бурные с вашей стороны, то попытайтесь каким-то образом сделать вид, что этих эмоций нет. Если есть какие-то
страсти, то вы можете действовать со всей страстью, но это должно быть облечено в какие-то правильные формы. И вот здесь вот карты, я не говорю о том, насколько это правильно, хорошо с моральной стороны, но карты могут подсказывать то и говорить о том, что вы можете даже использовать в общении с этим человеком двойные стандарты, как бы это странно ни звучало. Опять же, я не призываю, я трактую то, что говорят карты, и если для вас не подходит эта стратегия поведения, то вы всегда можете разрабатывать какую-то свою стратегию и действовать так, как вы именно хотите. Карты говорят о том, что для того, чтобы, может быть, не разрушить все окончательно, можно применить ложь во спасение. Если речь идет о магии, то здесь вполне реальные возможности для того, чтобы что-то пошло в вашу пользу и разбить врага на голову. Здесь можно использовать оморочки, и здесь можно использовать все то, что связано с ритуалами, в которых участвуют в том числе алкоголь. Алкоголь как часть ритуала или как откуп, или как подношение. Подливы, опять же, те же самые. Я не говорю о приворотах сейчас здесь. Я вообще их тема особо не касаюсь. По понятным причинам, я думаю, что для многих, потому что ничего хорошего в приворот не сулит для тех, кто его делает обычно. То есть здесь вам лучше всего все-таки взять такую стратегию, когда вы можете остановить человека ложью. И эта ложь может быть манипуляцией определенной, в которой будет, вы знаете, какое-то настолько правильное утверждение, что оно вызовет эмоции у этого человека. И в данном случае двойные стандарты, они не являются чем-то запрещенным, потому что, видимо, человек, которого вы загадали, сам в то или иное время принимал такую позицию и предпринимал попытки навести какие-то двойные стандарты. Давайте посмотрим на ближайший месяц-два перспективы. Вы можете столкнуться лбами, и из-за вот этой вот ровной, да, такой вот силы, может как человек, так и вы получить определенный сюрприз, и вас может очень обидеть то, что произойдет дальше, после чего вы, скорее всего, перестанете общаться, но, по крайней мере, карты говорят о том, что если вы будете приносить определенные не то чтобы жертвы, да, а какие-то дары, тем, кто может повлиять на ситуацию, не этому человеку, а каким-то третьим лицам или в магии дары, то тогда вы сможете остановить этого человека, и он буквально, да, вот на пару месяцев выйдет из строя точно. Но будьте готовы к тому, что вам надо подготовиться. И смотрите, если вы не так безгрешны, как вы хотите показаться, то карты говорят о том, что насобирайте каких-то фактов, которые поддержат вас. То есть с вашей стороны должны быть свидетели, с вашей стороны должна быть какая-то правда, чтобы кто-то сказал: Лена, там, допустим, водку пила. Да никогда Лена не пила водку, мы такого не видели. Да? Она там компотик и то по праздникам пьет. Да? Вот. То есть должны быть люди, которые... и с которыми вы сможете наладить какие-то хорошие отношения через подарок, которые поддержат вас. И этим человеком может быть женщина, женщина знака воды или воздуха такая. Вы знаете, она, кстати, не очень эмоциональная, она может принадлежать к вашей семье, и она, ну, может быть такой вот очень, не то чтобы алчной до подарков, но ей будет очень нравиться, если вы будете каким-то образом вкладываться. То есть вам все надо обставить, чтобы это было реально очень правильно. Давайте вам предостережение и совет. Смотрите, полностью уходить как-то от этой ситуации и закрываться в себе, и как-то вот, знаете, занять такую позицию, что да я пересижу просто как бы, я ничего не буду делать пока что, само все как-то сложится. Вот здесь хочется обрадовать, может быть, кого-то обрадовать, а кого-то огорчить. Само не сложится. То есть это вот как раз-таки та ситуация, в которой само оно, вот то, что происходит, оно не наладится. И вам нужно действовать, но вам нужно очень мягко и очень правильно зайти, для того, что даже иногда признавая какую-то свою слабость. Я поняла, что здесь. Вот смотрите, вот эти карты говорят о том, что несмотря на то, что вы с противником в принципе имеете приблизительно одинаковые силы и ресурсы, хотя финансово человек может быть более состоятельный, чем вы, или урвать, да, какую-то финансовую часть, которая не досталась вам и прочее, то вам нужно показать себя вначале чуть-чуть слабее, чем вы есть. То есть чем более наивной вы покажетесь вначале, тем больше потом для человека будет сюрприз.
Нужно показывать себя наивной, но очень жестко включать голову. И если эмоции будут с вашей стороны, то эти эмоции должны быть больше вашей стратегией, чем вашими реальными, да, всплесками. Потому что если вы не можете совладать со своими эмоциями в этой ситуации, то не надо на этих эмоциях в нее вот буквально впадать, да, в эту ситуацию. Да, вы можете их показывать, но показывать ровно те, которые привлекут к вам большее количество людей, которые смогут вас, опять же, поддержать. Разрушайте нежно. То есть вот здесь такая ситуация, когда разрушайте нежно, разрушайте не показывая. Да, вот знаете, бывает, когда начинают люди бычить, когда лоб в лоб вот так вот прям сталкиваются. Не ваша вариация. Здесь нужно, ну вот знаете, стратегия куропатки, которая показывает, что она ранена, и вот она от лисички отводит, да, отводит от своего гнезда, лису, например, от своих детей. Вот вы тоже должны предстать сперва такой вот раненой куропаткой. И чуть-чуть отведя человека, возможно, взлететь над обрывом, а человек в этот обрыв упадет. Тогда у вас есть хорошие шансы, тогда вы можете переломить в свою пользу вот эту ситуацию, которая есть. Потому что здесь такая жесткая атака лоб в лоб, она не даст ничего особого, да, вот потому что здесь все-таки у вас достаточно соответствуют друг другу силы. Но и отсиживаться и пытаться переждать то, что происходит, вам тоже нельзя, потому что вы только будете усугублять или продлевать вот эту ситуацию, которая уже на сегодняшний день сложилась и продолжается. Вот такой получился расклад. Я хочу напомнить, что если вы хотите оставить свою тему для общего расклада, вы можете это сделать в пункте 2 прикрепленного комментария, ссылка на видео, под которым и собираются все ваши темы для общих раскладов. Там вы можете оставить идею для того, чтобы я могла ее найти, а не для того, чтобы она, когда ее пишут, где попала, затерялась под любым из видео на канале. То есть я, когда начинаю, планирую записывать, я перехожу по ссылочке под то видео, точно так же, как и вы из пункта второго, да, вот в комментарии я перехожу и там ищу, смотрю, какие видео я готова, да, вот пришла как-то в эмоциональную готовность снять. Вот так это и происходит. Ну и, конечно, на адекватные хорошие комментарии я обязательно поставлю сердечки, которые будут вашими талисманами и будут вашей защитой от недоброжелателей и в тех ситуациях, когда вам реально нужна вот такая вот энергетическая помощь и поддержка. Я всем желаю удачи, до встречи, до свидания.